Добрый день, уважаемые инжироводы. Давно ничего не снимал, а причина-то всего одна. Фиг практически в саду уже не осталось. Вот сегодня подошел к привитой кальдероне. С утра пару фиг съел, сейчас вам еще пару штук покажу. А это вот сейчас в объективе фигушка. Их тут не одна, несколько, но покрупнее вот созрела. Сейчас я сорву вот эту. И ее продегустирую. Это у меня НБС 15. Сейчас сюда вот ее положу. И пусть пока лежит, покажу вам еще пару фигушек созревших кальдероны. Вот кальдерона. Вот так она выглядит. Уже мягонькая, срываем. Единственное, что здесь после прошедших осадков открытый глазок. И мошка налетает. Бывает, и муравьи добираются. Ну, сейчас тоже сюда положим на листик инжира. И где-то еще одну тут видел, уже, по-моему, готовая. Да, вот мягонькая такая. Но смотрите, какой окрас. По идее, бы должна быть фиолетовая. Но так как находится в тени, то цвет тут вот чуть-чуть с одного края, чуть фиолетовый, а так-то зеленоватая. Хотя она мягенькая, и внутри она сейчас покажу. Вполне такая приличная для октября месяца. И вкус неплохой. Я говорю, пару штук сегодня съел. Ну, это могу сказать. По сравнению, например, с сентябрем, чуть меньше сахара, но он такой же все сочный и очень вкусный плод. Даже выбрасывать не хочу. Перейдем к этим пару фигушек. Давайте сейчас, чтобы мне вкус сравнить, фигушки кальдероны с НБС 15.1. Ну, здесь сразу скажу, что она и суховатая, и сахару немного. Это уже, опять же, зависит от условий выращивания. Это год я уже не один раз повторял. В течение всего лета очень у нас жаркий и сухой. Вот это последствия того, что фигушки НБС 15.1. Именно эта фигушка, которая сейчас дегустируется, она не важная по вкусу. Там еще она мелкая висит, я ее не буду трогать. Ну, еще одну фигушку. Сейчас продегустирую, покажу вам. И я ее даже дегустировать не буду, а просто съем. Просто вам покажу изнутри. Вот так выглядит кальдерона. Тоже вот видите, такой светлый окрас. Ну, тут тени много, потому что, ну, сами сейчас вам покажу. Вы видите этот банан? Вот этим бананом все и перекрывается. Ну, вот там сейчас покажу вам. Мой киви дозревает. Киви будет посвящен отдельной. Видео я каждый год снимаю. Урожай выше среднего, то есть меня удовлетворяет. И, как говорится, покажу и размеры, и на весах покажу, и общий урожай. Спасибо всем за внимание.